Реставрация и содержание дома Русова уже обошлась городу в сумму более 106 миллионов гривен. Но уже почти через год после реставрации на здание появились трещины. Что происходит с домом Русова? Спустя менее чем год после открытия здания так и не используется, а на фасаде начали появляться трещины. Как нам рассказали одесситы, если город выделяет миллионы на реставрацию дома, то информация о проведении строительных работ должна быть официально освещена. Местами краска и штукатурка на здании настолько растрескались, что это действительно уже бросается в глаза, и уже можно видеть многочисленные трещины, сколы, ободранные краски. Похоже, уже пришло время реставрировать отреставрированное. Эти трещины красноречиво говорят о качестве отделочных работ. Также нам рассказали, что ремонт выглядит дешево, и мэр, и архитектурное бюро должны все-таки отвечать за ремонт здания. Дом не простоит и 5 лет, и снова нужно будет реставрировать. Кроме того, возник вопрос, кому же он все-таки принадлежит, Одессе или частному лицу. Как мы убедились, тема собственника здания, к сожалению, закрыта. Это значит, что в ней есть проблемы. И в результате мы имеем только просто красивую обертку. А интерьеры здания не восстановлены, эксплуатационные цели не обозначены. И что будет с этим зданием в дальнейшем? Останется ли оно в городе и будет пустовать, или перейдет в руки собственнику, неизвестно.